Я сам с интернетом на «вы», вот, и максимум, чем я пользуюсь, это той информацией, которая мне поступает. Я даже сам практически не отправляю. Вот. Поэтому мне трудно судить о том, что происходит в мире, я немножко не в теме. Но думаю, что какие-то ограничения, безусловно, должны быть, потому что Запад очень, Америка в частности, очень много вкладывает денег в то, чтобы, ну, как вымыть мозги наши. Да? Не вынуть, а вымыть. Вот. И зарядить их новой информацией, выгодной и нужной для них. Вот. Поэтому, безусловно, работать в этом направлении надо, но очень взвешенно.